несет меня. Нет, пока не хочу. Пока ну, не хочу, не хочу. Погода есть вечером. Что ты какая не хочу? После Ульяновска сходим. А? Не хочу. Левую ногу с вами взял. Не надо. Что, давай, я там приду. Жить на складе. А я сам не возьми дело, не исходит. Что тащить? На пол сразу будет. Малая
бы нам отлично встретить корабли, пришедшие сюда. Корабли, пришедшие сюда. Город наш красив и светел, заповедник всех вас встретил. Эту встречу не забыть вам никогда. Здесь у нас родился Ленин, Гончаров писал о Лени. Даже Пушкин дважды приезжал сюда. Даже Пушкин дважды приезжал сюда. Приглашаем на прогулку по проспектам, переулкам, и в музеи наши повезем сейчас. Все гостей принять готовы, и надеемся, что снова к нам приедете еще не раз. К нам приедете еще не раз. Наверное, будут наши местные власти судиться с владельцами ГЭС. Это здание старинной электростанции, построенной в начале 20 века. Это самая первая городская электростанция в Симбирске. Что интересно, строили ее изначально совсем не для того, чтобы город освещать, а для того, чтобы обеспечить городской водопровод электричеством, чтобы качать воду из свияги насосами и поставлять воду в Симбирск. Был освещен при помощи фонарей, как и многие другие, как губернские, так и уездные города. В основном освещение было керосиновым, позже газовым. Преимущественно освещены были центральные улицы города, по которым мы с вами сегодня обязательно проедемся. Это улица Большая Саратовская ныне Гончарова, улица Московская ныне Ленина, улица Покровская ныне Льва Толстого и улица Спасская. Так она сегодня и называется во всех этих местах. Одного из двух монастырей Симбирска, который был снесен в 30-е годы 20 века, после чего на этом месте был разбит сквер имени Ильи Николаевича Ульянова. И вот сейчас левые окна автобуса мы видим с вами зеленые насаждения. Это не что иное, как сквер, разбитый на территории мужского Покровского монастыря. И в сквере установлен памятник Ильи Николаевичу Ульянову, который в Симбирской губернии был крайне уважаемым человеком, который ратовал за дело просвещения. И благодаря ему количество школ в Симбирской губернии значительно выросло. Ну да. Они будут в Ульяновом, на 2 метров.
подойти побольше. Всем посмотреть. Потом я вам дам минутку сделать фотографии. Итак, мы находимся на нижнем ярусе башни, который именуется подошвой. Но почему подошвой, думаю, все понимают. Находится низко у подошвы. Здесь нас встречает... Уйдут сейчас женщины? Давай. Дерево, к которому прислонилась дама с фруктами, да, в прозрачных льющихся одеждах. Снизу есть ниша. Для чего же нужен был этот предмет? Для фруктовницы. Фруктовница, раз, версия. Еще подсказка сбоку. Она можете посмотреть. Выливается что-то, да? Она фонтанчик, сосуд. Интересная, да. Версия. Сосуд там же есть, да? Нет, там сосуда. Подождите, вот там есть, я говорю, полость, вот сюда выливает, а сюда выливается. Нет полости? Нет, нет полости. Подставочка под что? Да, это подставка. Под яблоки, фрукты? Нет. Под самовар? Нет, нет, что-то узкое, книжка, портрет. Это подставка под зеркало на самом деле. Сбоку, вот правильно, вы очень удачно стоите. Там имеется угловой паз, куда вдвигалось зеркало. К сожалению, со временем осталась лишь только одна рама. Само же зеркало не сохранилось, хотя, возможно, оно было в необычной форме. Форму, например, напоминающее крыло бабочки. Модница, да. И очень удобно, смотрите, можно поставить в любое место, да, где светит солнышко, а сюда сложить свои украшения, да, мы могла. Крайне все удобно. Но лот номер 3. Итак, оружие века. Мы с вами видим небольшой предмет, выполненный из белого металла. Его ручку украшает стрекоза, которая садится на цветок. Стрекозы, бабочки, жуки – это еще один излюбленный мотив модерна. Что же это такое? Давайте, кто посмотрел, отходит. Да, вот это. Заколка для волос или для шляпы, похоже, согласна. Вот этот маленький предмет из острый, да, 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 да. Шпильки для волос, шляпы. Шляпы. Еще есть версия? А, так, интересная версия, но нет. Булавка. Подсказку вам дам. Это предмет канцелярии. Закладка для, конечно, для книги. Совершенно верно. Это нож для разрезания бумаги. Его использовали, чтобы вскрывать конверты или правильно разрезать странички у книг, потому что книги продавались запечатанными страницами. Отлично. И последний лот. Это предмет, мы видим на второй полке, выполненный из бело-розового камня. Обратите внимание, насколько умелый был мастер. Он выточен из единого камня.
выполнен в виде кувшинки, значит, у нее открыт бутон и лист раскрытый. Это имело так близко, но относительно близко. Не канцелярский. Не, да? А, и его могли использовать и дамы, и мужчины, но чаще мужчины. Дамы редко. Не бритвенный набор. Но правильно направление. Косметический бы это. Ну, нет, не косметический. Это больше как такой. Домой? Пепельницы, это совершенно верно. Это пепельница, да. Сигары, смотрите, в закрытый бутон спряхивали пепел, а вот на раскрытый лист складывали недогоревшую сигару. Вот здесь прослеживается, насколько эпоха модерна была функциональна. Предметы делались так, чтобы все было до малейших подробностей продумано. То есть пепельница, вот там должно быть место и пепел стряхнуть, и куда-нибудь догоревшую сигару положить. Если это столик под кофейник. И потомков Августа Шаде. Дело в том, что в 1918 году Августу Шаде приходится покинуть Симбирск. Ну, во-первых, фамилия слишком громкая, во-вторых, дело заказывало информации, которые владеет. Август Шаде, автор самого необычного для нашего города проекта, это здание литературской. Гражданских инженеров с отличием. Первым же проектом у нашего архитектора в Симбирске стало здание Воскресенской экскурсии. Вторым проектом Федора Осиповича Левчака становится здание общественного собрания города Симбирска. Современные фотографии и старинные начала 20 века. Долгое время здесь располагалась Ульяновская филармония, сейчас здание находится на реставрации. Две фотографии, да, старинные начала 20 века и чертежи под подписью Федора Осиповича Левчака. Федор Осипович стал автором первого специализированного кинотеатра в городе Симбирске под названием «Ампир». Первые кинотеатры возникают в нашем городе еще в конце 19 века.
Ну да, смотри, вот вообще со всех сторон вот это, как они кружатся. Туалет Бейховен. Туалет Бейховен одна под лестницей, а вторая наверху. Сейчас я вам покажу. И мы будем с вами потихонечку собираться внизу. Я вызову автобус, он подъедет, и мы закрутимся, подъедем. Она громадная. Мы с вами вышли на террасу, в которой ты просто случилось, я могу не волноваться. На улице Покровскую, на виде школа Покровская школа. Звонили с террасу и школу. Выбрали деревянные ноги. На них были деревянные столбы, перезной были. Здесь нет, не деревянный настил, была плитка на начало 20 века. Она не сохранилась. Большим садом за домом. А также в правые окна автобуса вы можете видеть сейчас музей «Мелочная лавка», где располагается небольшой музейчик и рассказывающий про розничную мелочную торговлю в Симбирске. В левые окна автобуса перед вами открывается вид на здание музея пожарного обоза Симбирска, то есть пожарной службы нашего города, где воссоздан уголок старинного Симбирска с мощением, деревянным тротуаром, а также керосиновым освещением и будкой полицейского, который стоял на страже. Следом за зданием пожарного депо здание бывшего полицейского участка города Симбирска. А вот сейчас левые окна автобуса вы видите здание в стиле модерн, которое мы с вами видели в музее архитектуры эпохи модерна. Здание Купцов-Зимнинских, автор-архитектор Феофан Польсов. Сегодня там располагается художественный выставитель Чешаты. Чем еще примечательно это здание? В годы Великой Отечественной войны
Женя. Ульяновск находился в глубоком тылу, и сюда переводили большое количество правительственных учреждений и предприятий, и в том числе музей военно-морского флота. И вот котик Петра Первого хранился именно в здании Литуранской кирхи, потому что власти знали, что до августа в Шаде мы видели проект, а вот теперь мы видим воочию. Сегодня это здание принадлежит Симбирской епархии города Ульяновска. Теперь смотрим направо. Дворянский земельный, крестьянский поземельный банк. Архитектор Федор Осипович Левчак. Самый грандиозный проект. Вот те гигантские совы над большим трехчастным окном. Наверху майоликовое панно с изображением богатырей в русских шлемах и одеждах. На улице Льва Толстого сосредоточена в основном также историческая застройка, особенно по правую сторону. Слева мы видим комплекс домов, домов сталинского периода, построенных для рабочих патронного завода имени Володарского. Это одно из старейших предприятий нашего города. И туда были переведены в начале 20 века, вернее, 50-е годы, 40-е годы 20 века рабочие из Санкт-Петербурга, которые не захотели жить в деревне, как они выражались, и попросили в центральной части города построить для них дома, что было и выполнено. В левые окна автобуса мы видчики и девочки. Это одна из лучших школ нашего города. Мы с вами сейчас выехали на улицу Гончарова, бывшую Большую Саратовскую. Это одна из главных торговых улиц города, где были, где построены большие доходные дома, которые принадлежали самым крупным купцам города Симбирска. Дело в том, что в доходных домах помещения сдавались в аренду, и таким образом купцы и владельцы получали доход от здания. Правый же окна автобуса у нас открывается вид на здание, которое располагается на перекрестке. Трехэтажное, красное, кирпичное, с башенкой. Это дом, где родился наш земляк, писатель Иван Александрович Гончаров. Автор таких произведений, как «Обломов», «Обрыв», «Обыкновенная история». Чем еще для нас значимо это здание? Своей башенкой с часами, так как часы там старинные, подаренные городу, еще в ночи существуют. Оно стоит на реставрации, и там откроется молодежный театр. По левую сторону перед нами открылся доходный дом, принадлежащий купеческой семье Зимнинских. Там располагался один из непрофессиональных, но первых кинотеатров города Симбирска под названием «Модерн», потом «Патэ». А вот по правую сторону мы видим с вами также доход. Так, например, в 1916 году из банка для внешней торговли было вынесено 15 тысяч звонкой монет, а городских торговых рядов располагались ярмарочная площадь, где торговали сибирские ремесленники и крестьяне. По правую сторону теперь смотрим комплекс из двух архитектурных домов. Сейчас мы с вами приезжаем в здание общества взаимного кредита, архитектор Феофан Вольсов, а следом народным художником СССР. Его картины сегодня украшают фонды и экспозицию Третьяковской галереи. На этом небольшом участке дороги студенты художественного училища города Ульяновска. Такая уж у них традиция. Но особо любопытные смогут увидеть в правые окна автобуса необычный символ, где огромная, казалось бы, улитка стоит на каменном постаменте. Это необычный памятный знак поделочному камню симбирциту, который добывается только у нас в городе, в городе Ульяновске. Здесь располагается самое большое месторождение симбирцита, и еще два месторождения, меньших по размеру, обнаружены за рубежом, в Америке и в Испании, если я не ошибаюсь. Поэтому, если вы хотите себе сувенир из Ульяновска, Ульяновска-Симбирска, то, пожалуй, симбирцит.
есть. Сказать, да-да, хорошо, дело хорошее, но с мертвой точки оно дело приближено, так как требовало больших экономических затрат. Долгое время букву Ё по-прежнему не использовали. Некоторые писатели пробовали включать свои произведения. Самару бы ездил на excursion.
Что, поможешь снимать? Одного из старейших театров Поволжья. Вот сейчас мы будем приезжать в исторический корпус здания 18 века, где сегодня размещается малая сцена Ульяновского драматического театра. А вот в верхней части размещается большая сцена. По правую сторону мы видим красно-кирпичное здание Ульяновского Суворовского училища, бывшее здание кадетского корпуса города Симбирска. Мы с вами въезжаем в портал по правую сторону, а слева можно увидеть здание Ульяновского техникума питания и торговли. В городе около 20 учебных заведений. В Ульяновске более 20 среднеспециальных учебных заведений разной направленности. Сейчас развивается инвестиционный кластер в зоне Заволжья, где земли арендуют зарубежные заводы по производству, ну, разных производств.
и, соответственно, город получает от них плату за аренду. Ну а прямо перед нами открывается вид на площадь 30-летия Победы, где главным объектом нам представлен высокий обелиск, высота которого 47 метров вместе со звездой. Сбоку от обелиска скульптурная композиция, воины, застывшие в порыве атаки, осененные знаменем Победы, скульптор Рафик Арапетян. По другую сторону от обелиска расположены памятные знаки в честь воинов, локальных войн в Чечне и Афганистане. И мы снова повернули на улицу Минаева. По левую сторону мы видим здание 70-х годов, построенное в 70-е годы 20 века. Это дворец пионеров, ныне дворец молодежи. И научная областная библиотека имени Сергея Тимофеевича Аксакова. Да, Сергей Тимофеевич Аксаков очень любил Симбирскую губернию. Он часто гостил здесь по памяти их населения чтимое. Здесь язык ивских песен и стихник мотив. Карамзинская статуя медная, прославленный над Волгой Гончаровым обрыв и могила Минаева медная. Снова мы с вами видим простор реки Волги. К сожалению, нам не удалось полюбоваться на вторую реку Свиягу. В черте города они протекают параллельно друг другу, но в разных направлениях. Самое небольшое расстояние между ними в центральной части и составляет всего лишь 2 километра. Именно поэтому в нашем Волжском узлу небольшое количество подземных вод, которые уже вызывают проблему оползней, с которой... Да, такой. Здесь как было в советские времена. Вот это вот все. Так все и осталось на месте. Почему-то ничего не меняется. Катерок. Да? Есть хочу. Да. Сейчас надо будет на детской петле и выйти на палубу Ульяновской провода. Да? Обычно сколько сувениров, хотя. Советский Союз там было. Что так осталось с советских времен, да? Лавочки, смотри, вон все. Знаменитые. Лавочки советских времен. А чайки поют. Дорогие друзья, добрый прекрасный вечер, присаживайтесь, пожалуйста. Вот, к сожалению, и заканчивается наше небольшое путешествие. И пока мы все вместе на борту теплохода Сергей Кучкин, позвольте передать слово капитану теплохода Сергей Кучкин Владимиру Ивановичу Дуезову. Дамы и господа, уважаемые путешественники, вот и пришло время капитанского ужина. Это означает окончание очередного круиза, пора расставаться. Мы старались создать для вас домашнюю, уютную, доброжелательную обстановку. Погода благоприятствовала. Но все хорошее всегда когда-то заканчивается. И остается пожелать вам всего самого доброго, удачи, благополучия, бодрости духа и тела. Будьте здоровы и берегите себя для новых круизов. Мы всегда рады вас видеть на борту теплохода Сергей Кучкин. До новых встреч! Дорогие друзья, вас приветствует директор ресторана Алексей Юрьевич Бабков. Добрый вечер.
дорогие друзья. Весь наш дружный коллектив ресторана был искренне рад видеть вас на борту нашего теплохода. И поверьте, мы приложили максимум усилий, чтобы у нас было комфортно, уютно. И я надеюсь, что вкусно. И прежде чем пожелать вам всем приятного аппетита, хотел бы представить вам тех людей, кто делал ваш отдых. Приятно называемым – это наш шеф-повар и официанты. Встречайте. Спасибо нашим поварам за то, что вкусно варят нам, а официанты чудесно обслуживают. Давайте мы им поаплодируем еще раз. Дорогие друзья, ну а мне, в свою очередь, хотелось бы пожелать вам мирного неба над головой, ласкового солнышка, любви. Любви родных и близких, любви окружающих вас людей. И пусть каждый прожитый день только радует вас, дорогие друзья. До новых встреч на борту теплохода, Сергей Кучкин. Ну и по традиции, дорогие друзья, я прошу вас, возьмите бокалы с шампанским или соком в руки. Загадайте свое самое сокровенное желание. А на счет три мы одновременно с вами стукнемся бокалами. Готовы? Загадали? Раз, два, три! Да здравствуют туристы на борту теплохода Сергей Кучкин! Гип-гип! Ура! Еще раз гип-гип! Ура! И в третий раз гип-гип! Ура! Прекрасного вам вечера, хорошего настроения. В 21 час 45 минут мы будем ждать вас на гала-концерте «Романтика речных круизов» с участием и туристов, и артистов. А самое главное, там будет произведен розыгрыш призов от компании «Водоход» и розыгрыш путевки в навигацию 2022 года, в котором вы все принимаете самое непосредственное участие. Мы желаем вам... Сколько мошек? Офигеть, тут надо какой-то пылесос, я не знаю. Ужас. Они, интересно, кусаются? Не кусаются, но они летают нам в саде. Ну я буду спать, ты же будешь охранять мой сон? А, ну там кто-то спит, а тут это, борешься, борьбу ведешь.
вон сколько их. Последний день.